что у нас есть возможность останавливать пункты. У нас есть возможность останавливать пункты. И у вас есть возможность бить. Бить. То есть удары могут наноситься в такой плоскости. Es un plano. То есть в такой плоскости. Donde yo hago в такой. Son todos los planos para golpear. В такой и в такой. То есть, поэтому начнем вот с такого удара. То есть удар будет вот такого типа. Как я останавливаю противника? Я ему вставляю палку просто. Это остановка. Что я могу после этого сделать с этого положения? Я могу ударить пункты, как мы говорили. Для того, чтобы его сделать беспомощным. Еще один удар, и я снизу накрываю пункт. Обратите внимание, в этот момент времени палка может пролететь и остановиться здесь, но она силы не будет иметь. То есть я могу бить. Я могу остановить вот так, видите, рука у меня защищена. И прижать. У меня есть возможность атаковать отсюда и забирать палку. И теперь у меня две палки в руках.